Всем привет, Костка, только знаете где? В Отове. Смотрите, я такого еще не видела, если честно. Недавно была в нашем Костка. Железный. Я прибежала быстро купить бананы и гвакемоле. А тут прям такой другой Костка. Или наш уже тоже переоборудовали. Так косить траву и раздувать ее. Или листья. $300. В общем, я клацнула на карту, смотрю. А мне выдало время, что они работают сегодня до 5. Этот Костка. Я такая думаю, боже, не поняла. Всегда до 6 в субботу работал. И я мчусь сюда без 5:05. Я залетаю, паркую машину, залетаю. А потом думаю, что так меня как бы пропустили, ничего не квакнули, что они будут закрываться. Проверяю опять время. Видно, я куда-то клацнула на шиномонтаж или я не знаю. Без понятия. Вот мне всегда нравился жемчуг. Он такой классный. Кстати, я все хотела найти свои серьги и свое ожерелье. Носила бы куда-то на работу. Жемчужное. Окей, прогулочка по Костка. Я даже телегу не брала, схватила сумку, думаю, чтобы телега не тормозила мне мой бег. Вещички всякие. Кстати, мы остановились в отеле, где, оказывается, есть бассейн, что мы не разобрались. А Саша, вроде бы малой, шорты не брал для бассейна. Какие-то с корабликом, мэнс. Так может какие-то шорты схватить. Тут карман какой-то есть, это S. А, и даже застегивающие карманы. И вот такие штуки. $20. Так, кстати, я, наверное, сейчас куплю, возьму M-ку. Так, я сейчас, если буду брать эту М-ку, то все полетит. Вот она. Опс, М-ка. Вот именно такую, полосатую я не буду брать. Возьму М-ку. Или лучше С-ку взять. В общем, я взяла еще вот эту вот футболки и М-ку, и Л-ку. Короче, пришла одна за едой, а ухожу со всем, с чем можно. Какие-то кроссовки. Вот оно, $14, 3 баночки. Сейчас я как-то уложу это все сюда. Возьму сейчас. Ой, эту ложку где-то надо искать. Ё-моё, я не взяла. Я не взяла, какая я безответственная. И, а, Саша говорил, бананы взять, которые едятся сейчас. Все, я нашла бесхозную телегу. И буду брать вот эти огурцы. Так, надеюсь, они не гнилые. Помидоры. Сейчас возьму яблок, связку. Так, я тут не пройду.
и бананы найду где-то. Вот такие должны быть нормальные. Или чуть-чуть зеленоватые, знаете. Одну связку всего надо, потому что испортить. Но тут сильно зеленые какие-то есть. Там тоже зеленые. Ну, в общем, наверное, на это и остановимся. Связочки. Где-то видела мандарины. Интересный Костко за 400 километров от Торонто. Так, чтобы не гнилые взять. А, еще надо пакетики взять, там где мясо, чтобы помыть это все. Может, где-то здесь ложку можно раздобыть. О, огурцы любимые. Ах, но я себе не разрешаю их есть. Говорят, что вредные. И вот эта классная капуста, но они туда масло добавляют. Если бы не масло, потому что оно что-то мне жирноватое было. Шугар, они еще соль сахар добавляют. Сезам ойл, да. Агар-агар добавляют. Ну ладно. Не будем такое. Вот оно стоит $13, а эти огурцы стоят $7. Были 5. А, вот это тоже хорошая капуста. Обалденная. Но тоже, по-моему, они туда масло добавляют. А, так, канола. Не канола ойл. Это вообще как бы вредная. А стоит она 7,49. Вот эта баночка. Окей. Может, типа довезти до Торонто. Они уже бы успеют. Ой, такие большие эти гранаты. Класс. Так, парочку кулечков надо взять. Какой-то сыр. А, в рэп. Я такого не видела, если честно, что это. Так, моя тачка там. У нас это куры стоят $8. Все, уже шорты положила сюда, несколько кулечков сюда, будем и шкурки от бананов туда сбрасывать, будет такой мусорник, и вот эти вот тоже. Ой, вот этот, конечно... Я такого не видела в Торонто ни разу. Видно, это просто такая местная фишка, что они тут такой сыр продают. И тут очень много франкоязычных. А он какой-то даже типа теплый. Он даже должен в холодильнике лежать, а не так. По 900 грамм.
16,99 и 15,99. Мы вот такой вот берем. Вот этот вот хороший распробовали. Вот этот вроде бы еще тоже неплохой. Он 11,49 стоит. И у них сначала идет французский, а потом английский. Или это только на вот этой так? Потому что я у нас помню всегда все сначала английское, а потом французский. Окей. Кто-то стиральную купил машинку прямо сейчас. Качеля. $700. Окей, у нас только спортящегося. Вот это гвакамоле. О, маленькие. Но они ж туда винегер, они уксус добавляют туда. Оно неплохое, но мне оно какое-то не соленое. И я тут прочитала, что здесь есть уксус. Вот. Organic White Vinegar. А тут, видите, английская, потом французская. Наверное, такая попалась коробка. То есть винегер тоже прочитала не очень хорошее для здоровья, для печени. Хотя некоторые говорят пить его, ну не знаю. В общем, сейчас как раз на него скидка, но не буду его брать. Сосиски. Так, мою тачечку уже кто-то трогает. А что-то тут ананас нарисован и имбирь. Chicken sausage. Я их таких тоже не видела. 18,99. А, Саша говорит, йогурт какой-то. Ну, йогурт, типа, как в Италии. Ну, где ж я? Это ж не Италия. Майонез продают. Авокадный. Пластиковая банка. 946 грамм. Скидка есть на майонез сегодня. Да, у меня чуть-чуть другой этот Костко. Так, йогурты вроде бы в том отделе. Ну, они ж тут прям вагонами. У нас же, я там не знаю, в номере будет тот холодильник или нет. Мы ж так еще и не заселились. Нет, это не для... Не для отеля йогурт. Я себе купила такое масло, ну как себе готовить, и я пеку с этим маслом ойл. Сейчас оно 17,99 стоит, банка такая для выпечки. У меня для выпечки он так классно пахнет, кокосом, вообще обалденно. Так, я уже еще что-то нашла. Что вот это такое? А, это дейтс. Это финики. 13,49. Финики. 902 ЛБ. Они, наверное, с косточками. А, еще закончилась соль. У нас в квартире обычная, которая там
варить картошку, макарошки. Какая-то приправа сейчас 6,99 стоит. Имбирь. $12 за 907 грамм. Фенукрик сиц 3,99. Мука 21,99. Мы вот такую берем. Ну сейчас пока есть. Вот этот вот перец мне не очень. Он все никак не закончится. Я в следующий раз возьму просто обычный черный. Вот такой вот. Этот стоит бленд. 4 типа перца. 4 вида перца. 9,79. Окей. Соль. Я вот эту возьму. $3 за 3 килограмма. Нечего выделываться. У меня есть соль из Гавайев и с Италии. Самая вкусная с Италии. Обалденная, с травами. Мы ее уже сожрали. Просто вот так вот взяли и съели. С помидорами, с огурцами, с салатом вообще обалденно. Так, я что-то еще хотела. А, я хотела посмотреть соль для ванны. Все-таки хотела в коем веке ванну принять. Но я не знаю, где она может быть, та соль для ванны. Вроде бы я где-то видела такую огромную упаковку. Банку пластиковую. Не, тут нету. О боже, я эти кремики покупала. Тут прям два. А я, по-моему, один брала за такую цену. Вот эта классная фирма мне нравится. Neurogena. А я покупала в Шоперсе. Там цены, блин, в два раза больше. Хочу с этой стороны... Ой, сори. Посмотреть. Но тут нет, тут еда одна. Ну, жаль. Разворот. Мыло, может, кстати, в этом ряду. Мыло всякие продаются. Мыло жидкое, мыло не жидкое.
Нет, не тут. Ну ладно. Наверное, уже не в этот раз. Это же витамины. А, вот спирт какой-то. Дезинфектор 2 литра за $13. Кстати, наверное, нормальная цена, потому что я брала 1 литр в Walmart за 8. То есть это хорош. А вот это вот, соль нашла. 9,99, 5,5 килограмм. Для ванны. Соль для ванны. Ничего, я, наверное, возьму. Буду засаливаться. Релакс. Ой, господи. Ну, в общем, вообще-то я ехала за гвакамоле, за бананами и за пакетом яблок. Но я за эту соль уже думала давно, чтобы релакснуть. 162,87. Вот столько я купила. Но тут соль. Сколько, боже, эта соль стоит? Соль 10. Ну, в общем, у меня там 3 коробки футболок, одни шорты. Ничего такого. Вот можно ложки взять для гвакамоле, боже. Мне там не стырят мою тачку уже оплаченную. Ладно, я возьму тогда. У меня там сколько этих. Вот так вот. Надо куда-то теперь в пакет. А, я ж пакетик брал. У меня 6 баночек будет у меня... одноразовые ложки. Сейчас я найду пакетик себе. Вот мои ложечки. Все, я пошла на кассу. Ой, на выход. Показывать чек. Народ что-то возвращает. А, посудомойку. Матрас. Бензин 163,9. Может, надо заправиться здесь, если она еще работает. То я мчалась из этой гвакамоле. Тучи сегодня. Солнце было чуть-чуть, но это в основном тучи. В общем, сегодня мы с вами побывали Костка в столице Канады, в Оттаве. Шиномонтаж. Это меняют уже шины. Мне будут по приезду менять. Так, а где я остановилась? Ну, где-то там. Приедем. И надо будет менять. Вот, кайф какой. Мороженое фисташковое, видите? Уже почти 6 часов. Гвакамоле. Все, я сейчас побалдею и поеду. Тут недалеко Саша играет. Заехать решила на заправку. Так, ой, блин, тетеря. Это тут надо вот эту штучку. Да, вот она. Я просто отвыкла. У меня другая. На машине.
Так, у нас бензин. Я выбираю вот этот, 163,9. Надо рыбу сначала сделать. Почти пустой бак. Ого. Ничего себе, что 50 литров. Что за ж фокусы? 51 литр влез. У меня же там еще что-то есть. Хочу, чтобы капало. Ой, господи, куда его тыкать? Так воняет бензином. Странно, да? Давайте, выпечатывайтесь. $83. Ну, как здесь. Ну, все. Огромный такой парламент. Первый раз мы здесь. Полиция мчится.